Всем привет, сегодня 27 августа. Вчера, короче, менял масло в коробке и в раздатке. И нашел одну ерунду, сейчас покажу. А когда в коробке масло менял, вот эту крышку снимал еще. Тут фильтр стоит, сетка такая, как бы, и магнит. Я раньше что-то как-то не обращал внимания на это. Как-то один раз менял тоже. А сейчас думаю, ну-ка сниму крышку, может там что-то грязь какая-то. А тут оказывается сетка такая, такая большая такая сетка, круглая такая. И в ней тут магнит еще вот здесь посередине прям тут. Налипло грязи столько много. Прям такой, как комок такой грязи прям налип на магните. И сетка такая грязная всякая, это в железе была. Все там промыл, тут все поковырял, там здесь почистил так все. Ну вот здесь внутри так все. Там все так руками, тряпочки все так протер там. Чтоб там кусков таких железа. Маленькие кусочки такие железа были. Ну видать скалываются с этих, с шестеренок или откуда там они. И на раздатке вот поменял, вот пробка тоже сливал. И тут что-то стал лазить-то вчера. Лажу, что-то вечером уже поздно, главное. Потом раз смотрю, что тут вот. Вот это как она называется, труба или как она? Вот это. Короче, смотрю, что-то какая-то трещина на трубе на этой. Вот. Потом-то ёкарный бабай, смотрю. Она лопнула. Это трави... Как она называется? Труба, правильно, или как? Вот трещина видно хорошо. И, видимо, давно уже. Сейчас не знаю, сейчас буду варить с утра. Не поеду так, со сломанной. Что за хуйня ей? Какая-то хрень. КамАЗ едет. Что за херня, думаю, едет? Так орёт еще глушитель какой-то прогоревший или что, не пойму, или вообще без глушителя, видать. Короче, тут получается что? Вот эта труба, на ней держится вот здесь глушитель. И вот здесь крепление, как кронштейн такой. Крепление траверса раздатки. Вот она вот эта вот траверса. Вот она, это раздатку держит, которая. И получается вот эта, ну как раздатка, вот тут играет с этой трубой вместе все тут, как шевелится. И, видимо, давно уже сломалась, я как понял. И так вот и езжу. А тут как-то было дело, вот тут где-то задевало вроде бы кардан. Вот он задевал. Вот он. Даже видно. Я еще обратил, вот как-то давненько внимание уже обратил. Вот здесь как на кардане какие-то такие. Как задевает за что-то. Я не мог понять сначала, что такое. Вот оно. Видать, где-то на перегибах или что. По плохой дороге, когда едешь. И оно, видать, раздатка вот так шевелится туда-сюда. И вот здесь задевало. Короче, вот такая ситуация. Буду сейчас варить. Тут только надо будет мне ее подвести ровно, чтобы она встала на место свое. Сейчас лапами, сейчас установкой буду отжиматься лапой. И вот это я дожму сколько-то. Сейчас и буду смотреть, чтобы она ровно там встала как-то. Не знаю, как получится. Может, как-то по-другому придется. Что-то как-то тут ломиком пододвигать или как, не знаю, короче. Но это не связано, мне кажется, с вибрацией колес. С вибрацией передней подвески, так скажем. Вот еще поперечная такая штука тут есть. Вот она. Вот этот. Как она называется правильно? Между ушками. Чтобы. Ну вот рама, чтобы как не гуляла. Из-за тряски этой, может, там и сломала. Ну, от старости, может, конечно, еще. Уже сколько Урал, это 20 лет. Ладно, все, сейчас буду варить тогда и поеду, да, в лес. В лес. Вот тут приготовил уже электроды. Электроды, маска, перчатки. Вот диск, который привез в Перми. УАЗике лежит тут у меня. Вообще хороший диск. Ну так, с виду как бы вот. Вот эти посадочные вот эти места для гаек. Вообще он такие как бы почти не изношенные, как новые. Выработки даже никакой нету. И такой с виду такой как бы нормальный, не набитый весь, как обычно. Все избитый весь кувалдами, истуканный. Тут ни ржавчины, ничего нету, вообще такой он клейма даже стоит. 84-й год, что ли? Или какой тут? 684. Что-то еще написано. 25, что-то там еще. Ну, это с консервацией, видать, диск, скорее всего. Вот его поставлю, тоже проверю. Как биение у него какое. Что и как, посмотрим. И на него поставлю колесо. Нормально ходит. По идее, надо еще покупать будет. Не знаю, потом, может, еще съезжу, куплю. Один или два диска такие хорошие.
Посмотрим на этот диск, какой он из себя. Может кривой такой же, хрен его знает. А те диски, которые вот эти мерил, они все кривые. Из-за этого и биение. Я еще думал, ставил-то другие колеса, думаю, что ставлю другие колеса, а само биение, ну, не уходит, значит, ну, думаю, что-то в другом причина, то из-за этого-то и стал разбирать ступицы там всякие, рулевые, все это делать. Ну, все равно все надо делать, конечно. Все это дело в дисках. А диски кривые, видимо, когда едешь груженый, колесо спустило, и вся нагрузка на этот диск, а он же как, ну, он торчит, у него вот эта перегородка, где гайки крепятся, она же как с краю так. Получается, вот гайки же здесь, а вот этот край, как бы, он как бы, ну, как, висит, как получается. И на него попадает где-то на дорогу, давит давление, и он загибаться начинает. Все, где-то остановился, еще тем более с лесом. Где-то на край, еще на какие-то камни, на неровности попадет вот этой стороной. И все, он загибает его. Что, как его? Такая масса машины загнет 100% диск. Вот из-за этого они потом кривые становятся. Один диск, второй, третий. Так постепенно. И потом меняешь их, ставишь другой диск, колесо другое, оно все кривое, все равно так же биение. Так что надо проверять, прежде чем, короче, поставить колеса, диски, надо их вот так ставить на машину, ну, допустим, или на что-то где-то, на стенде на каком-то проверять. Ну и саму резину тоже, бывает, конечно, и резина сама по себе тоже кривая. Сейчас еще проеду, сегодня посмотрю, как что. Проеду, все расскажу, как что, к чему. Так, ну что, все, заварил. В общем-то, неудобно, правда, так валить. Жопа вообще полная. Еще дождик идет, вон все сырое капает. Что-то наварил фуфло какое-то. Ну так, наплавил как бы побольше, так потолще слой, чтобы покрепче держалось. А, и еще вот здесь, вот это крепление, траверсы. Кронштейн тоже отпал от трубы. Вот тут тоже пришлось все проваривать. Неудобно так тоже. Не подлезь, так вот с той стороны, как тут всяко, вот с этой стороны. Подлазил, электрод загибал. Здесь варил тоже. Электрод как бы вот так загнул. И так с той стороны сверху там. Жжж, кое-как. Ну тут снизу-то более-менее еще было. Короче, неудобняк вообще полный. Так, по идее, бы глушитель снять. Вот этот выхлопной и глушитель вот этот. Чтобы тут подлезть можно было. Было бы удобнее. Но ничего, заварил нормально. И тут еще прихватил немного. Вот здесь тоже так, прошелся немного по низу, с этой стороны как. Ну там вроде бы трещины нету, просто как там как сварка такая, как такая полоска идет, как непонятно, то ли трещина, то это, то ли... Ну вроде не трещина, просто как от сварки такая полоса. Все, в общем-то, едем. Погода, брат, такая дерьмовая. А еще здесь вот проварил немножко, вон с той стороны, а и здесь тоже вот. В этом месте тогда прошлый раз не доварил тут, не проварил, что-то я не увидел, то что тут трещина тоже. И вот здесь вот, блин, вот и вот тут трещина еще у меня осталась одна. Вот трещина идет. Прошлый раз что-то я не заметил, она грязная тут. Вроде бы казалось, что нету ничего. Тут я уже варил, тут уже старая сварка вот здесь так проварена. И она опять начала лопаться. Потом, ладно, это я проварю еще. Все, еду за лесом, короче, посмотрим как. В дороге будет болтать, будет кабина, не будет, вибрация будет, не будет, посмотрим. Еду, короче, немножко вибрация есть, все равно какая-то. Просто вибрация трясет кабину немного, вот, видно. Как-то не постоянно. Потрясло немного, раз и стало вроде. И она на большой скорости, 80 где-то еду, на большой скорости, думаю, обычно трясет, меньше едешь, нормально вроде бы, ну там немножко может так, чуть-чуть совсем, но почти нету вибрации никакой. Вот сейчас опять трясет немного.
этого может трясти только. Вот она трясти начинает, да. Разгоняюсь до 80 и все. Сразу и все. Так что эта труба большого значения не имеет. На Родове проверял, там как бы это, ну, не хватает места разогнаться, чтобы быстрее. Там до 80 я не разгонялся, и до 70 примерно ехал. Там и не показало ничего. Ладно, еду дальше, в лес еду, за лесом. Тетя проковырялся, что-то тут провалился с утра. Пока варил туда-сюда, уже время сколько? Время уже обед почти. Пол-двенадцатого походит. И еще нормально. Может, не знаю, еще дождик идет сегодня. Такая погода плохая. Дерьмовенькая какая. Один рейс вообще не сделаю. Не знаю, видно будет. Может, два, но это плавно и поздно. Только знаю, что все делать. Ладно, все, еду. Thank you.